привет! Как дела? Сегодня мы находимся на фестивале «Окно в Европу», который посвящен 350-летию со дня рождения Петра I, основателя города Санкт-Петербург. Аптекари и лекари и их подмастерья должны были обладать недюжинной силой, на что пока это все перемешивается. Пока удержишь пациента, который стремится убежать, особенно если речь идет об ампутации, например, чего-нибудь. Вот. Или вскрытии какого-нибудь нарыва. То, конечно, слабых духов и телом не жизни. Здесь можно задавать вопрос. А обычно брались какие-то травки, да, добавлялась мазь, да, вот эти травки. Ну, травки сначала размалывались, мелкие труху. Видите, у меня пока еще не получилось мелкая труха. Там есть стебли. Это очень долго делалось, очень вот нужно много сил на то, чтобы пестиком все это протыкать. Затем брались вот у нас вот примерно вот такая вот щепотка. Добавлялась капелька воды, воды тоже нет у нас, ладно. И вот так вот скатывались шарики. И вот эти шарики – это пилюли. Эти пилюли клались в бумажку или во что-нибудь, ну, в бумажку или в ткань, или в кулек, и отдавались пациенту, да, с тем, как их принимать. 3 раза в день после обеда. Да, раз в день, через неделю приходите еще. Вот. Очень часто был, соответственно, и доктор здесь при аптеке. То есть при Петре, в общем, в первой больнице, первая больница – это была в Москве, 1707 год при Петре. Это сейчас госпиталь Бурденко. И, соответственно, там на больнице на 2000 человек. При этом персонал медицинский состоял из 5 человек. Главный врач, просто врач, подлекарь, помощник врача, аптекарь и подаптекарь. Вот и весь состав, в общем-то, первой больницы на 2000 человек. Thank you.
просветителя Франческо Альгаротти. Его книга о поездке в Россию была популярной в Европе. Пушкин читал ее во французском переводе, но ни в нем, ни в итальянском оригинале ни слова про окно. Вместо него Альгаротти использовал немного другое слово «фенестроне». И если его переводить по смыслу, то получится «окнище». Таким словом часто называли стеклянные наружные двери, например, на балкон или лоджию. Через другое окно в Европу уже не ходить можно, а не только подсматривать. Но ни Пушкин, ни Альгаротти наверняка не знали о символическом эпизоде из детства Петра. Иначе наверняка упомянули бы его в своих текстах. Это случилось 2 сентября 1675 года. Носила неправильные солнечные очки, не по уставу.
специальная крышка, которая закрывала отверстие между стволом и куртом. Засыпался под курок порох, закрывался, и курок ставился на предзвон. Курок состоит из спускового механизма и кремня. Кремень – это специально полезное ископаемое, при соприкосновении металла производило искру. Далее. У нас дилемма. Что делать? В одной руке у нас мушкет, а в другой патрон. Но надо как-то открыть патрон. Что делать? Есть идея. У вас? У тебя? Как открыть патрон? Зубами. Вот эту часть отрывали. Именно поэтому в армию Петра Первого брали только людей с передними зубами. Я такой, я их имею, поэтому вот я тут перед вами нахожусь. Происходила команда «Скуси патрон». Вот эта часть отрывалась зубами и плевалась себе под ноги. Именно под ноги, потому что если кинуть его в сторону, то попадешь в плечо товарища, а товарищ не особо рад. Ну, а если у него еще оружие заряжаемое, это еще хуже. Засыпался порох, под него свинцовая пуля, и в качестве пыжа использовалась бумажная оболочка. После чего брался шомпол. Шомпол – это специальное приспособление. Итак, этот фестиваль будет проходить с 7 по 13 июня 2022 года на набережной лейтенанта Шмидта. Всем welcome!